Ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Pink Bunnies, Skeleton, Secret, Зебра. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Если опять кушайте, приятного аппетита. А у нас выживание с четвертой части FNAF в классном доме. Погнали. Где он? Сзади. Да не-не-не-не-не, он за другим человеком бежит. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное, веселое, которое людям поднимает настроение. Прыжок веры. О, перепрыгивай ко мне. Молодец, вон он бежит. Давай, покажи. А тут лестница есть, алло, тут лестница есть. А он не поднимется к нам. Он вот тут он. Опа, я его вижу. Дима, идем, я тебе кое-что покажу. Пошли на бой. Не-не-не, я буду наблюдать за аниматроником, вы чё? Сейчас я буду за вами бегать, он возьмет нас всех и поубивает. Я хочу последним быть выжившим. Кто останется последний, сможет использовать классное оружие. А, кто первый умрет, тот лох тупой. О, кстати, давно этого не было правила, в принципе, в предыдущем ролике. Кто умрет первый, да, тот будет лохом. Это так, чтобы никто не поддавался. Побежал. Ну что, новенький, как тебе играется? Весело? Тебе нравится? Да уж. Нормально, да? Не стреляй, мне сейчас еще карта загорится. Так, я, короче, пробегу сюда на всякий случай. Так, если ему сейчас тяжело его, то давайте, наверное, пусть он тогда возьмет другого аниматроника. Берите огнетушитель и тушите теперь. Ой, как? Да ладно, я стрелял аниматроника и попал в тебя. Ребята, это такая случайность. Вот это круто. Фокус. Да ладно. Дима, смотри, иди назад, оберни. Назад. Я вот сверху по лестнице. Сверху. Вот, смотри. Вот пришел аниматроник. Он тут ходит в доме. Смотри, Дима, тут есть такая нычечка. Да, но он не зайдет сюда. Там есть... А, он не может зайти к нам? Там есть вход. Все, давайте, пацаны, спрыгиваем, потому что он нас не убьет. Это читерское место. Давайте, внизу, кто поднимется наверх, тот лох. О, банан. Х2 лох. Так. Бежит. Давайте посмотрим, на что. Секрет, ты чё? Ты чё умер? Я застрял. Как, где ты застрял? Там поле было обычное. Ну, знаешь, Гаррис, вот такой. Ну да. О, прикольное поле для выживания. А где он? Ой, красиво. Не, это так не работает против меня. Я же полупрофессионал, наверное, да? Да ты не полупрофессионал. Павел, ну нагонится, тут застрять можно, не попить. Да не могу, нельзя там нигде застрять. Там хитбоксы большие, он за нами. Отлично. Я уже тут стрел нормально выпустил в него. У него жизни нереально много, да? Так, главное, пацаны, не давайте застряться. А сюда можно побежать? Давайте на эту сторону карты. Ой, сюда можно. А тварь забита. Блин, это сложно. А где другой аниматроник? Их же должно быть двое. Секрет, бери аниматроник. Секрет, ты чего? Ты чего читишь? Давай аниматроника бери быстро. Можете, кстати, брать других аниматроников, потому что я так понимаю, что сложно за этих играть. Можете другого, да. Ладно, с этого пака другие брать аниматроников. Ой, там идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Взял Фредди. Так, ну этот уже будет пожестче, пацанчик, поэтому надо играть по-другому. Блин, боюсь бежать туда. А чего он там стекла бьет? Дима, моя нет, Дима! Да что такое? Я не специально! Вот это ты крутой снайпер вообще. Ну блин, даже надо на ходу так попадать. Так, отлично. Немножечко оторвались. Дима, за мной еще марионетка бежит, кстати, я веду. А это я. Увидел. Да вон, я ж Диму, не... Да, ребята. Главное, что не переживать. Потихонечку отступаем. Фреддик тупой, не дал пройти. Так, давайте так, когда останется последний, он сможет по домам лазить и везде, по всей карте, да? На, поклей. О, секрет. Вот это я сейчас собачка спекался. Нет, я играю за марионетка. Ты чё пристал ко мне? Отвали, щенок. Ой. Потому что ты Дима.
что, уже трое, что ли? Или двое? Сколько аниматроников? Трое аниматроников, Дима. Класс. У нас еще немножко есть время. Ой, да как? Да как, СиДжей? Ну что ты? Блин, ребят, да ладно, я должен был последний остаться. Остался бананчик. Хорошо, берем летающего. Во. Ну что, давайте, пацаны, это последний остался или нет? Еще кто-то есть? Последний, давай. Все, бери оружие, ты можешь любое оружие использовать. И можешь по домам лазить. По ступенькам, по всей карте можешь. Чтобы было интереснее тебе. Я буду лучше. Придется его подловить. Придется подлавливать. Раз такой умный. Так, сейчас мы его траекторию конченую выследим. Так. Ой, это было, кстати, рядом. Очень близко было. А что у тебя так жизнь мало? Сколько у тебя хп вообще? 100. А у меня отображается, что у тебя вообще писечка. Да блин, мы не можем убить одного 4 аниматроника? Это так чисто смотрится. Так, давайте проверим, можно по лестнице лазить? Так, по лестнице можно лазить. Ну чё, возле дерева. Всё, стоим, ждём. Ты чем мне дамажишь? Да лови! Да чего мы не можем его убить? Так, ребята, знаете, что я хочу сейчас сделать? Я хочу, чтобы я один был выживший, а вы все аниматроники. Дима, давай я. А потом ты будешь. Еще раз повторить. Не, будет потом тот, кто не играл еще ни разу. Можно будет со скелетоном повыживать. Давайте. 3, 2, 1. Я один против всех. А можно хоть приглаждатель использовать, или это читерский? А ты чё бегаешь? Давай тоже бери аниматроника, бани. Отлично, ребятушки. Главное, что не останавливаться. Видите, что творится? Отлично. Пойдет. Ну, видите, вот можно сюда оторваться. Ты особо не спеши меня убивать. Я еще тебе пригожусь. Что у меня за команда такая? Все, пацаны, я зашкерился. Отлично, ребята, мне нравится такое выживание, когда я один против всех. Так, тихонечко, не спеша. Ну чё, видите меня, не видите? О, отлично. Я смогу тогда с этого выхода и с этого выхода их чекать. Заряжаемся на максимум. Ждем. Сейчас кто-то придет. Вы меня ищете? А ты как думаешь? О, молодец, зебра. Проигру дальше. Блин, а вот это стрёмно. Ты в них застреваешь, а потом тебя жестко дамажат. Ну я сразу скажу, я ни в какой нычке. Сюда легко прийти вообще. Ну, Дима, сидеть, блин, в какой-то жопе мира легко прийти? Не, я не в жопе мира. Вы когда увидите запись, вы поймете, что я сижу в открытой местности. Я могу вам подсказать, но вы тогда меня сразу найдете. А я боюсь, чтобы вы приходили ко мне. Реально очень стрёмно. Зашкерился вкусненько. Хорошо, я в подвале. Мама! Твари. У меня жизни много, я должен был уже проиграть. Да я все, сдаюсь, я проиграл. Проиграл, загрызли насмерть меня. Так, давайте теперь, знаете кто, пусть скелет... Не, а кто у нас, получается, еще не выживал? Давайте я. Зебра не выживал. Зебра, о, давай, ты зебру. Один против нас всех. Опять кибербулить будет. Я возьму. Мы хотим, можем взять любимчика. Любых других аниматроников, но это будет жестко. Тогда с этого пака я будем взял брать. Взял своего любимчика, Дима, он имбовый. 3, 2, 1. Зебра против нас всех. Хоть попробует, как это оно стрёмно, когда столько аниматроников хотят тебя уничтожить.
Так, пацаны, где он? Он сейчас на задний двор идет. А у него 61 хп, так нечестно. А, давай жизни себе мало. Сколько? А, ну сейчас. Не, надо меньше делать, срочно. А, сейчас тогда он... Все, давай, потому что мы так это не простим тебе никогда. Давай, раз, два, три, погнали. Красавчик, давай. Ой-ой-ой, 1 000 000 аниматроников сразу. Ну что, как оно, стремновато? Да. Ой, не страшно. Отлично, Зевра, я даже рада, что именно я тебя убил. Так, ну что, давайте теперь у нас повыживает. О, давайте новенький, он же первый начинал нас искать, а теперь пусть побудет в шкуре выжившего. Давай, ты готов проигрывать? 3, 2, 1. Новенький против олдов. Давайте же проверим, может он будет играть лучше, чем мы даже. Так, пока Мить хорошо играет. А, что у него жизни много? А, с аниматроником остается. Так, а я ему сейчас сделаю меньше жизни. Как менять жизни? Пам. КП. Убираем человека. И прописываем ему здесь 100. Все, ребята, у него 100 хп. Полетели. Ну, давай, иди сюда. Чего ты, не бойся. Хорошо, дай пацаны играют. Хорошо, хорошо, мы тебя сейчас... Да как, я прям его ударил. Его надо прям зажимать. Понял. Давайте возьмем то, в тот раз, когда я играл. Я играл там полугода. Вот этим я его убью. Вот это мы не можем его убить, что ли? Ничего себе, ты прав. Так, а ну вот это вот. Медленный. Ладно. Летающий самый быстрый получается. Слышь, ты! Давай не толпитесь! Если он еще проживет минуту, он играет лучше, чем все мы. А, нет. Не смог, не смог. Ну что? 3, 2, 1. Секрет выживает. Ну и, конечно же, не просто выживает, а проигрывает. Секрет, ты готов проиграть? А, он, кстати, в самом начале был лохом. Ну ничего, он сейчас может выиграть всех в итоге. Я его видел, вот фонарик. Отлично, мы его загнали в угол. Пацаны, вот этот Матвей Иванович, иди сюда. Ах ты, говноед, пригвождательный. А нет, я его... Ай-яй-яй-яй-яй, пригвоздил. Блин, сейчас гвозди пройдут. О, я сейчас возьму другого аниматроника. Чтобы была битва эпичная. Слышь, на этот нельзя вылазить. Не, можно, выживший можно. Бля. А, убили! Так, а теперь эпические кадры. Сейчас я вам кое-что покажу. А я знаю, что. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. До новых роликов.